Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас главная задача, сказал товарищ Громыко, ратифицировать подписанный договор. Советское руководство исходит из того, что и американская сторона будет действовать в этом направлении с полным осознанием своей высокой ответственности. Советский Союз хотел бы верить в то, что переговоры, ныне проходящие между нашими странами, тоже увенчаются успехом.